Добрый день, дорогие зрители, и в данном видео я вам покажу, как установить каталог под названием «Отдых на природе». Итак, чтобы установить, для начала вам нужно установить чистую игру. Как это сделать, я показывал в моем предыдущем видеоуроке. Ссылку оставлю под видео. Далее вам нужно скачать программу Daemon Tools, ссылку тоже оставлю под видео, и установить ее. Сложного там ничего нету. Далее вам нужно уже скачать сам каталог. Весит он 4-5 гигабайта, ну, качался он довольно-таки долго. Вот, открываем его, нажимаем правой кнопкой мыши, открыть с помощью Daemon Tools Lite. Ну или можете просто щелкнуть два раза по нему. Вот так вот. Выполните авторан. Если у вас такой таблички не вылезло, то нажмите компьютер и его запустите отсюда. Вот так вот. Сейчас пойдет подготовочка такая, нажимаем далее, просит обновить, нажимаем да. Сейчас обновится наша игра, и тогда мы сможем установить наш каталог. Ждем. Отлично, обновилось, нажимаем ОК. И продолжаем уже установку каталога. Я прочел, нажимаем далее. Теперь нужно ввести ключ от этого каталога. Где его взять? По нашему изобразу, правой мыши, открыть с помощью Winrar архив. Потом папка на F, вот это вот. И тут мы, значит, видим вот такой вот файлик вот. File3s3ol. Перекидываем его куда-нибудь вот сюда и открываем. Копируем и закрываем. Играла маленькая музычка. Почему лучше сюда его перекинуть, нежели открыть с помощью архива вот так вот? Так будет намного дольше, чем вот вы его так перекинете. Вот так вот. Вставляем, нажимаем далее. И выбираем вид установки. Обычно это устанавливается в папку по умолчанию. Особое вы выбираете путь сами. Я выберу особое, пожалуй. После того, как мы выбрали путь, нажимаем «Далее», потом «Далее» и уже кнопочку «Установить». Ждем, пока он установится. Каталог установлен, убираем здесь галочку, нажимаем «Далее», убираем галочку, нажимаем «Готово». Но, к сожалению, это пока что еще не все. Теперь нужно приступить к важному этапу, а именно к взлому этого дополнения, чтобы вы смогли спокойно поиграть. Для этого открываем вот наш вот ISO-образ скачанный, открыть с помощью WinRAR. Опять папочка на F, и тут эти два файлика. Копируем, например, нашу папку вот сюда. Вот, вот эти вот, нижние. После того, как переместили, нам их нужно теперь перекинуть в нашу папку с игрой и уже самим каталогом. Для этого откроем для начала папку с игрой. Папкой, вот, папку с игрой сама. Game и bin. Скид, копируем их. Скопировать нужно. И вставляем вот сюда вот. Заменой. Далее. Теперь заходим в папку с самим каталогом. Game, bin. Копируем. И вставляем. Заменой. Все, теперь из каталога вот этой папочки прогнуть к мыши по файлу. Отправить на рабочий стол. И теперь можно его переименовать в наш каталог. И теперь давайте мы его запустим и посмотрим, как же все хорошо работает. Все видели, то что все хорошо запустилось и можно было бы спокойно поиграть. Наверное, вы поняли то, что видео было ускорено, потому что ждать, пока пройдут загрузки, бессмысленно. Наверное, это все. Это все, что я вам хотел показать в этом видеоуроке. Устанавливайте этот каталог, играйте и радуйтесь. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.